Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас 1 мая. Да. И всех с 1 мая. Да, поздравляем всех с праздником. Правда, у вас уже, наверное, будет 2 или 3. Или конец мая, так как мы выкладываем видео. У нас съемки частые, но очень редко выходят. И очень много не выходит то, что было снято. Потому что кто-то ленится, и у кого-то всегда нет времени. Вот у нас шикарный стол, сегодня на природе сидим, отдыхаем. Сейчас будем делать гриль, да, так как праздник, приехала бабушка в карантин. Мы ее не звали, она приехала. Ну, теща. Она ехала. Теща любимая. Теща любимая. Вот, терраса у нас. Сейчас мы будем здесь убираться все с Ольгой, потому что надо привести в порядок все, потому что потолок уже сделан. Показать потолок? Ладно, потом покажу, когда все будет готово. Да это ладно. Это да, кстати, прикол. Это был прикол вообще. Это был не прикол вообще-то. Делал я. Вот смотрите, полоса идет. Видите, как все ободрано. Угадайте, что это было. Сижу дома, не дома, там готовлю, убираю, слышу, дышь, бама, Последнюю доску надо было прикрутить. Ну, я лестницу расправил, его весь рост поставил. Угу. Залез наверх, и упереться надо было. Куда упереться? Ну, и я... Не упер. Я уперся. Я, грубо говоря, в стенку уперся шуруповертом. У меня лестница просто. Вот это вот, как отлетит. Она у меня, короче, просто уехала. И я оттуда. Вроде бы не высоко, но 3 метра все равно вниз лечу. Секунда вот эта как полета, ну реально, вот она вылетела из жизни. Я даже не понял, что было. Вроде мелочь какая-то. И главное, еще вот я говорю, дурачок, накануне ногти подстриг. Зачем? Говорила же, Коль, пока ремонт не закончится, не подстригай ногти. Короче, вот так, да, сделали. Туда еще дощечку надо будет. Вот там вот маленькая у меня дырочка получилась. Но это специально секретное помещение. Здесь окно у нас так будет. Так теперь все, эти доски испортил. И ногу, кстати, вот он, ладно, чтобы так поскромничал, но на самом нога деле заживет. Ногу разодрал там в кровь, блин, и в мясо. Да, здесь придется шпаклянуть нам, чуть-чуть выровнять шпаклевочку. Завтра, может, поедем за краской, купим краски, да? Все думали, думали, да, в какой цвет террасу покрасить. Передумали и все-таки решили в цвет дома. Все одинаково, что было, да. Ольга хотела под дерево внутри оставить вот таким белым, а мне не нравится, что сучки вот эти все торчат. Мне это дерево вообще никогда не нравилось. Ну иди сюда, садись. Не надо ее на стол. Ну а что ты надо? Все короче, такие дела. Ну вот нормально подняли полы, нормально подняли полы, теперь не будет зимой снег и летом вода, ничего. Ну вообще классно, брат. Раньше раз выходишь, да, и хоп, сразу проваливаешься. Но. А теперь прям отлично. Я прям вообще счастлива. Надо. Да. Осталось, что осталось, да. Вон, еще много. Да, много еще. Еще и плитку, и красить, и окна, и дверь тут, мы уже говорили, да, что будет стеклянная дверь во всю стену. Но. А сейчас мы будем убираться и грилить. Да. Давай я грилем занимаюсь. Курицу, мясо, спаржу. Чок. Принеси сюда, посмотрим, что ты уже. Тарам-парам. Да, на вымести, правда, ее хоть. Сейчас уберемся. Что-то курочку погрилим. Мясо. Ну это немножко, потому что только Коля ест. Ну и теща. Теща не будет, теща будет съесть. Разожгли уже. Гриль весь запылился, блин. Что строим здесь, так рядом стоял, пылился. Все, уборка в самом разгаре. Здесь уже заправили. Курочка и мясо. Короче, ждем 10 минут и переворачиваем. Да. Ольга, овощи твои потом положим или сразу положить наверх? Чего? Чего? Убирайся, убирайся. Ольга так интересно убирается, со стороны в сторону переставляет. А я потом буду убирать все. Да? Молодец. Ну мы хотим. Начальника. Начальник. Досочки все надо уносить сразу к досочкам. Смысл их сюда ставить. Ладно, сейчас уберем здесь все. Уберем? Да. Все выкинем. И продолжим грилить. Ну, бабушка. Бабушка. Бабушка юморист. Давай, я
Бабушка замерзла. Это она в куртке сверху. Ольга, доски туда тоже вот носи все. А, это хотя строительные доски. Это надо в сторону куда-то положить. Сейчас придумаю. Сейчас я Ольге указание дам, что делать. И продолжу с вами болтать дальше. Молодец, хорошо убирается. Все инструменты в чемоданчик. А у меня, походу, курица горит с мясом. Ты что, переворачивала уже? Ой-ой-ой, мясо уже готово вообще. Ой-ой-ой. Ой. Мясо хорошее. Так, а что-то курочка у нас подгорела сегодня. Горела? Да нет. Оля, Оля, работай. Кабачок и спаржу. Места нет. Спаржу, говорю, тебе надо положить. Обязательно. Я вообще подсела. А? Я вообще подсела на спаржу. Кстати, дорогущая такая, вообще 6 евро килограмм. Я взяла такой пучок, 3 евро, там есть ничего. Да, а ты не гавкай. Убивает мать. Ну такой жучок, аж прям раздуются. Что ее, слюнки текут? Нет. А что, не а? Уже можно куда-нибудь голодные. Голодные вообще, есть охота. Я говорю, вроде много не едим, а все не вмещается. А? Что за дела? Не знаю. Пожар сейчас будет, я вижу. Ой, горит, горит, горит. Смотри, смотри. Как поднимается, а пожар начинает. Тоже, мне кажется, туда кусок курицы упал. Нет? Нет. А что там? Просто на угли пошевелить. Угли наши пошевелили. О, нифига. Да на угли уже накапал жирный, конечно, они загораются. Я перевернем. Угольки-то какие-то. Угольки какие хорошие. Красненькие. Вон какие угольки. Много не ложим этих брикетов, так хватает. И кладем. Ольга опять начнет. Кладем, ложим. Хороший уголь. О! Что ты скажешь? Да я хотела сказать, что сегодня 1 мая, а мы до сих пор в зимнюю куртку ходим. Наша дубак. Вот вообще, как у вас погода? Пишите, тепло, холодно. А у нас в квартире газ. У нас то снег, то дождь, то холодно. Сейчас я ребро съем одно. Какое-то ребро, не ребро, холодно. Шумок, я перевернуть, хлоп. Ну, я перевернусь. Уже пол гриля перевернул в рот. Мне больше всего нравится вот есть сразу жарить и есть, а не так, что домой занес, потом поел. Но мама у нас подметает. Сейчас выметит все. И уже скоро сначала потолок покрасим, потом стенки покрасим. Да, Ольга? Да. Ты сначала покрасишь потолок? Да, потолок сначала покрашу, потом стенку. С люком надо будет что-то придумать. Окно потом ставим. Когда я сюда повешу такую классную, какую-нибудь крутую террасную люстру, правда же не знаю. Давай люстру сделаю своими руками, ну, какую-нибудь красивую. Не знаю, да. Коля говорит, давай я сам буду что-нибудь такую креативную сделаю. Да. Будет прикольно. Своими руками. А я вообще хочу, ну не знаю, найду, не найду такую большую лампочку. Нет, знаете, нет, как нет. Люстра есть, я видела. Такая вот прям лампочка. Ячана, но большая люстра. Ну что-то такое прикольное хочу. Кушай лампу. Прикольно вообще. Да свет он из дома еще идет. А? И свет еще из дома идет как раз. Нет, Ольга, честно, вот если здесь диванчик, мест достаточно. Мы здесь диванчик поставили. Ну, так, здесь на диванчике так сидеть. Окошко смотреть. Ладно, давай убирайся. А, вот пробовали белую пропитку. Думали, может, пропиткой лупануть. Но передумали, решили все-таки краску. После того, как Оля слетел, передумали. Ольга, циркулярку в гараж отнесешь? Конечно. И козла. Козла. Вот что ей не нравится, мой козел. Вместе с ней делали козла вот этого. Это ей барную стойку делал. Да сам меня еще хочет
рога сюда принести на террасу, я повешу рога, и хоть ты тресни. Я говорю, вот. Так я рога бы сделал, белым бы покрыл бы их лаком. Прикинь, рога бы как смотрелись, да? Согласитесь, здесь над дверью одни рога и одни под шапки. Ольга, прикольно бы рога смотрели. Конечно. Да сам раз с этими рогами. Хочу рога и все. Ну, сейчас тебе напишут, поставь ему рога. Не слушай никого. Так, ты вот здесь просто у двери, да, такой, хоп, примерил и пошел, да? Не, ну мне нравится, когда вот так, если бы здесь столик был и рога висели, бы красиво, да. Люстра такая, лича большая, и рога беленькие. Вообще классно было. Серьезно тебе говорю? Это плохая примета. Да? Да пойду выкину. Ладно, все, всем пока. Теща передает там Хабаровск привет. Да. Ты передала, да, привет Хабаровск? Всем привет, Хабаровск. Всем привет. Привет, привет, привет. Короче, она отовсюду у нас теща. Везде побывала, жизнь помотала. Ладно, все, всем пока. Ой, аж подавилась, да, все приготовилась. Так что всем пока-пока. Да, все, и приятного аппетита. Пойдем тещу кормить. Все, пока. Да. Ну, у нас бабушка такая. Да. Сразу. Привет.